Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию топ 200 лучших фильмов по рейтингу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Побег из Шоушенка, 1994 года. Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, вооруженный живым умом и доброй душой, отказывается мириться с приговором судьбы и начинает разрабатывать невероятно дерзкий план своего освобождения. Темный рыцарь. Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющей город. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восхитительным криминальным гением, известным испуганным горожанам под именем Джокер. «Властелин колец. Возвращение короля». Последняя часть трилогии о кольце всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья. Повелитель сил тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас Тирита, крепости последней надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки – хоббитов, приближающихся к Роковой горе, где им предстоит уничтожить кольцо всевластия. Улыбнется ли им счастье? Криминальное чтиво. Двое бандитов, Винсент Вега и Джулс Винфилд, проводят время в философских беседах в перерыве между разборками и решением проблем с должниками своего криминального босса Марселоса Уоллеса. Параллельно разворачиваются три истории. В первой из них Винсент присматривает за женой Марселоса, Мией, и спасает ее от передозировки наркотиков. Во второй рассказывается о Бутче Кулидже, боксере, нанятом Уоллесом, чтобы сдать бой, но обманувшим его. Третья история объединяет первые две. В кафе парочка молодых неудачливых грабителей, Пампкин и Хани Банни, делают попытку ограбления, но Джулс останавливает их. Список Шиндлера, 1993 год. Лента рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны более 1100 евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории. Нарко. Сериал рассказывает о влиятельном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Еще в детстве он выбрал для себя криминальный путь и зарабатывал на жизнь воровством и мошенничеством. Начало 2010 года. Коп – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа. Они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад. Но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи Коб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход, врагом, увидеть которого мог бы лишь Коб. «Властелин колец. Братство кольца». 2001 год. Сказание Средиземье – это хроника Великой войны за кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми тварями, но был обязан служить злу. Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю.
Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает ему кольцо. Бойцовский клуб 1999 года. Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни, клерк встречает некого Тайлера Дёрдена, харизматичного торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование – удел слабых, а саморазрушение – единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям. Форрест Гамп 1994 года. От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве. Но взаимность приходит слишком поздно. Вторая мировая война в цвете 2009 года. Документальный сериал о Второй мировой войне. Здесь предоставлены редкие кадры сражений на всех фронтах, включая воды Атлантики, нападение на Перл-Харбор, сражения в Африканской пустыне и многое другое. Властелин колец. Две крепости. Братство распалось, но кольцо всевластия должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается. Члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается. Матрица 1999 года. Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части. Днем он самый обычный офисный работник, получающий нагоняя от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды все меняется. Герой, сам того не желая, узнает страшную правду. Все, что его окружает, не более чем иллюзия, матрица, а люди – всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом ставшем вдруг чужим и страшном мире. Славные парни. Генри Хилл – начинающий гангстер, занимающийся грабежами вместе с Джимми Конвоем и Томми Девито, которые с легкостью убивают любого, кто встанет у них на пути восхождения к вершинам мафии. Приходит время, когда Генри, сам пострадавший от своих напарников, должен приложить руку к началу конца Джимми и Томми. Зеленая миля 1999 года. Обвиненный в страшном преступлении, Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы Холодная гора. Вновь прибывший обладал поразительным ростом и был пугающе спокоен, что, впрочем, никак не повлияло на отношение к нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего исполнять приговор. Гигант удивил всех позже, когда выяснилось, что он обладает невероятной магической силой. Интерстеллар 2014 года. Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету. Сорвиголова 2015 года. В результате несчастного случая юный Мэтт Мердок теряет зрение, но зато все остальные его чувства усиливаются в десятки раз. Повзрослев, Мердок понимает, что хочет посвятить свою жизнь защите людей и борьбе с преступностью. Днем он – успешный адвокат, а ночью – мститель в маске по прозвищу Сорвиголова. Дом. История путешествия.
2009 года. Фильм демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека, незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн, экологических катастроф, раскрывают зрителю реальную ситуацию на планете. Город Бога. Фильм охватывает события, происходящие на протяжении 30 лет в так называемом городе Бога, трущобах в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма – парень по кличке Ракета, балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями, и его знакомый Дадинью, который с 8 лет начал карьеру гангстера. Унесенные призраками. Маленькая Тихира вместе с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду, и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы, властительницы таинственного мира древних богов и могущественных духов. Теперь, оказавшись одна среди магических существ и загадочных видений, отважная Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи и спастись из пугающего царства призраков. Спасти рядового Райана. Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из 8 человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, три родных брата которого почти одновременно погибли на полях сражений. Командование приняло решение демобилизировать Райана и отправить его на родину, к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада. Жизнь прекрасна. 1997 года. Во время Второй мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена итальянка добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке. Детектив Уильям Сомерсет, ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности – молодой напарник Милс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором – вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику. Леон. Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви, но… Паразиты. Генеральный директор международной IT-компании мистер Пак живет со своей семьей в роскошном особняке, полном дизайнерских вещей, произведений искусства и мрачных тайн. Скрытое становится явным, когда у старшей дочери мистера Пака появляется новый репетитор по английскому языку. Джокер. Готэм. Начало 1980-х годов. Комик Артур Флэк живет с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой. Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Молчание ягнят. Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенная в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручит агенту Кларисе Стерлинг встретиться с заключенным маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след. Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектор, отбывает наказание за убийство и каннибализм. Он согласен помочь Кларисе лишь в том случае, если она попотчует его больное воображение подробностями своей сложной личной жизни. Такие двусмысленные отношения не только порождают в душе Кларисы внутренний конфликт,
но и сталкивают ее лицом к лицу с помешанной до гениальности убийцей. Воплощение дьявола настолько сильно, что ей может не хватить мужества и стойкости, чтобы остановить его. 1+1, 2011 года. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Одержимость 2013 года. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше, за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Мстители. Финал. Мстители и Стражи Галактики вступают в последнюю стадию войны с Таносом, владеющим всемогущей перчаткой бесконечности. Грядет финальная битва между силами героев и безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей Вселенной. Мстители. Война бесконечности. Спустя долгие годы подготовки, безумный Титан Танос наконец-то смог достигнуть своей цели – захватить все 6 камней бесконечности, объединив их в могущественный артефакт – перчатку бесконечности. Сенна. Документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Престиж 2006 года. Роберт и Альфред – фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже 19 и 20 веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей. Отступники. Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – крот, внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. «Пианист» 2002 года. Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Главный герой фильма, Владек, занимается искусством до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется. Их помещают в варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь. Гладиатор 2000 года. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Американская история X. Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Убежденный в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто имеет небелый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни, который уже тоже сделал свой выбор. Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги братьев. Дерек оказывается в тюрьме, где существует свой расклад сил, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата, до тех пор, пока их пути не пересеклись вновь.
Зрительные лица 1995 года. Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно, если проводится опознание, по крайней мере, есть один подозреваемый. Но это было необычным преступлением. Пятеро преступников столкнулись в одном необычном месте и решили прокрутить одно дельце. Но кто-то более сильный и могущественный, кто-то, чье имя пугает всех преступников мира, хочет, чтобы они поработали на него. Это не было обычным преступлением, и они не просто подозрительные лица. Король Лев 1994 года. Величественного короля льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательства и изгнания, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Терминатор 2. Судный день. 1991 года. Прошло более 10 лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор, женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон, и время, когда он поведет за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор, практически неуязвимый и способный принимать любое обличие. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества. 1917. 16 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блейку, его сослуживцу, смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во второй батальон, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блейка. Джанг освобожденный. 2012 года. Эксцентричный охотник за головами, также известный как дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Темный рыцарь. Возрождение легенды. 8 лет назад Бэтмен растворился в ночи, превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя вину за смерть прокурора Харви Дента, он пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном они решили, что так будет лучше для всех. Пока преступность была раздавлена антикриминальным актом Дента, ложь действовала. Тем не менее, еще опаснее становится появление нового врага Бэйна, чье лицо закрыто маской. Он разворачивает в Готэме чудовищную деятельность. И это вынуждает Брюса Уэйна выйти из импровизированного изгнания. Однако даже надев свой костюм, Бэтмен может проиграть Бэйну, но с появлением хитрой воровки по прозвищу Женщина-кошка с загадочным прошлым все меняется. Чужестранка. Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры из 40-х годов 20 века, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов загадочно перемещается во времени в 1743 год. Человек-паук через вселенные. Мы все знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спас город снова и снова. Но все это в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно в другое измерение? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Тайна Коко. 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Твое имя.
Девушка из японской провинции и юноша из Токио обнаруживают, что между ними есть странная необъяснимая связь. Они начинают чувствовать друг друга через сны. Валли. Робот Валли из года в год прилежно трудился на опустевшей земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную землю. Звездочки на Земле. Олбой, 1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по имени Оде Су в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства по имени Чжухван. Пока Чжухван звонит домой жене незадачливого пьяницы, Оде Су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в камеру частной тюрьмы. Камера состоит из комнаты и санузла. В ней есть телевизор, но нет окон. Пони. Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком Ягуаре, но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни – найти убийцу жены. Его проблема – редкая форма амнезии, потеря короткой памяти. Помня все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад. Принцесса Мононоке. Однажды в Америке 1983 года, в бурные 20-е годы, когда Америка веселилась под звуки джаза и каждый бродяга мечтал стать миллионером, в трущобах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных парней. Убирая с дороги конкурентов, безжалостно карая предателей и нагло проворачивая хитроумные аферы, они стали королями преступного мира, золотой эры сухого закона. Они поклялись отдать жизнь друг за друга, зная, что самое главное для них – это дружба, долг и справедливость. Не утопить в реках крови и бездонном океане денег. Спустя много лет судьба жестоко обошлась с легендарными гангстерами, заставив их исполнять свою клятву. Это случилось однажды в Америке. Сияние. Главный герой Джек Терренс приехал в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном. Терренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара. Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Известный археолог и специалист по оккультным наукам, доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но Индиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. История игрушек. Большой побег. 2010 года. Энди почти 18 лет. Ему остается 3 дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своем будущем. Куда забросит их судьба? На чердак? На свалку? Или, может быть, в детский сад «Солнышко»? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения полюбившихся героев продолжаются. Бесславные ублюдки. Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. Вечное сияние чистого разума. Наконец-то изобретена машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний.
Джоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы, но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше любит. Понимая, что он просто обожает Клементину, Джоэль пытается найти способ, чтобы вернуть любимой память о прошлом. Пока еще не очень поздно. Он должен победить ненавистный компьютерный мозг во что бы то ни стало. Амели, знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны с самым удивительным и чудесным образом? Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен. Большой куш. Трехпалый Фрэнки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви. Но вместо этого наш герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Фрэнки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна. Русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. Реквием по мечте. Каждый из главных героев фильма стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу. Ее сын Гарольд со своим другом Тайроном сказочно разбогатеть. Подруга Гарольда Мэриан грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всяческие препятствия. События фильма разворачиваются стремительно. Герои погрязли в наркотиках. Мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно. Крота по-американски. Лестер Бернам переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице. Терзаемый душевными муками, Лестер впадает в глубокую депрессию, но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анжелу. Эта пылкая страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает прилив сил и желаний и готов снова радоваться красоте. Умница Уилл Хантинг. Уилл Хантинг – 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. История игрушек 1995 года. Каждый ребенок верит, что когда он оставляет свои игрушки одни, они начинают заниматься своими делами. Этот мультипликационный фильм позволяет убедиться им в своей правоте. Основная идея фильма – каждая игрушка боится надоесть, стать забытой, замененной другой, так как весь смысл их существования – доставлять счастье своим хозяевам. Храброе сердце 1995 года. Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью, но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу. Цельномерическая оболочка 1987 года. Американская база подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты – жесточайшая, бесчеловечная система, призвана превратить домашних мальчишек в натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к войне во Вьетнаме, где им придется часто задавать себе вопрос: разве война – это не ад? А иначе просто невозможно убивать каждый день, не понимая, для чего это. Лицо со шрамом 1983 года. Весной 1980 года был открыт порт Мэриэл-Харбор, и тысячи кубинских беженцев
ринулись в Соединенные Штаты на поиски американской мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем – лицо со шрамом. «Иди и смотри». Картина основана на документальных фактах и обращается к хатынской повести Адамовича. Авторами выбрано именно то место и события, которые стали символом народной беды и страдания. Флера – 16-летний мальчишка, откопавший среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин и отправившийся в лес к партизанам. «Бешеные псы» 1991 года. Это должно было стать идеальным преступлением. Задумав ограбить ювелирный магазин, криминальный босс Джо Кэббот собрал вместе шестерых опытных и совершенно незнакомых друг с другом преступников. Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж превратился в кровавую бойню. Отмена. Молодая женщина Алма не очень-то довольна своей жизнью. Дом, работа, работа, дом. И даже несмотря на милого и заботливого бойфренда, она считает, что попала в водоворот скуки и рутины. Однажды Алма видит на обочине своего давнего погибшего отца, в результате чего попадает в аварию. Вой. Томми Конлон – молодой боец, вернувшийся домой после долгого отсутствия, чтобы приготовиться к участию в большом турнире. Отец-пьяница, в прошлом талантливый боксер, берется тренировать сына. Вокс Уолл Стрит. 1987 год. Джордан Белфорд становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу Джонса. По совету жены Терезы, Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудника они нанимают несколько друзей Белфорта, его отца Макса, и называют компанию Stratton Oakmont. Головоломка 2015 года. Райли – обычная 11-летняя школьница, и как у каждого из нас, ее поведение определяют 5 базовых эмоций – радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждый из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Зеленая книга. Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант, нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони Болтун – вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами. Зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих. Люцифер. Заскучавший несчастный повелитель преисподней оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Люкс». Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный, Люцифер наслаждается отдыхом, вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба. Трилборд на границе Эббинга, Миссури. Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс, преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменький сынок с склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. Вверх 2009 года. 78-летний ворчун Карл Фредриксон считает, что жизнь обходит его стороной. Чтобы сдержать обещание, данное своей почившей жене, он решает осуществить свою мечту о великом приключении, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев и полмили,
путешественник обнаруживает, что он ненароком прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправимо жизнерадостного 8-летнего мальчика по имени Рассел. Лабиринт Фавна. Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с фашистами в горных лесах Северной Наварры. Офелия, 10-летняя одинокая и мечтательная девочка, переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля. Видаль – высокомерный и жестокий офицер армии Франко, который должен очистить район от повстанцев любой ценой. Офелия, увлеченная волшебными сказками, обнаруживает старинный заброшенный лабиринт неподалеку от дома. Фея проводит ее в центр лабиринта, где она встречает Фавна, хозяина подземелья. Фавн утверждает, что знает ее истинную судьбу и ее тайное предназначение. Оказывается, Офелия – пропавшая принцесса волшебного королевства, которую многие века разыскивает ее отец. Фавн предлагает ей возможность вернуться в волшебное королевство. Но для начала она должна пройти 3 испытания до наступления полнолуния. Никто не должен узнать об этом. В значит Вендетта. Бэтмен. Начало. В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он решил бороться с преступностью. Спустя годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восстановить справедливость. Обучение мудрого наставника боевым искусствам дает ему силу и смелость. Вернувшись в свой родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом. Ходячий замок. Игры разума. От всемирной известности до греховных глубин. Все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений. Он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Карты, деньги, два ствола. 1998 года. Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч. На уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему, и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить 3 ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются. Секрет Лос-Анджелеса 1997 года. Добро пожаловать в Лос-Анджелес с его ярким солнцем, широкими манящими пляжами и процветающей организованной преступностью. Известно даже имя главы преступного мира – Микки Коэн. После ареста босса мафии, один за другим в мир иной отправляются его помощники, стремившиеся занять освободившееся место Микки. В битву с преступниками, естественно, вступает знаменитая полиция Лос-Анджелеса. Двое бесстрашных полицейских, расследующих серию убийств, оказываются соперниками не только на работе, но и в постели проститутки из экзотического борделя. Схватка. Нил Макколи – преступник, один из лучших, если можно так сказать, о преступнике в Лос-Анджелесе, а быть может и во всей Америке. И работать с ним всегда предпочитают за честь суперпрофессионала криминального мира, но против него выступает Винсент Ханна, детектив, один из лучших в Лос-Анджелесе, а может быть и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего, вероятно, общего у них даже больше, чем отличий, однако они все же стоят по разные стороны закона. Две сильнейшие команды сошлись друг против друга. Только речь идет не о спортивном состязании, а о схватке не на жизнь, а на смерть. Казино 1995 года.
Никто не может сравниться с Сэмом Ротсингом, никто не умеет зарабатывать деньги, как он, никто не умеет работать так самоотверженно и аккуратно, как трудяга Сэм. За свои неоспоримые достоинства Ротсинг получает кличку Ас, и именно поэтому боссы мафии решили отправить Аса заправлять огромным шикарным казино в Лас-Вегасе. Непрощенный – это история Уильяма Муни, бывшего хладнокровного убийцы, нашедшего в себе силы покончить с грязным ремеслом. Он стал фермером, завел семью, но все складывается совсем не так, как хотелось. Мой сосед Тоторо 1988 года. Переехав в деревню, две маленькие сестры, старшая Сацуки и младшая Мэй, знакомятся с лесным духом, который Мэй называет Тоторо. Подружившись с девочками, Тоторо не только устраивает им воздушную экскурсию по своим владениям, но и помогает повидаться с мамой, которая лежит в больнице. Форд против Феррари. Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрола Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог бы конкурировать с Феррари на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х. Клаус, владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север, в город Смиленсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прислуга 2011 года. Американский юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончил университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями. Приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбелин на 30 лет старше Скитера. Она прислуживает в домах белых всю свою жизнь. Вынянчила 17 детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына. Минни – самая лучшая стряпуха во всем Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже составил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже с самым высокомерным белым дамочком. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно – обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе? Гонка. 70-е годы 20 века. Золотое время Формулы-1. Обтекаемые формы гоночных машин. Брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики. Сексуальные поклонницы. Литры шампанского на финише для победителя. Два непримиримых соперника в истории гонок, обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. «12 лет рабства». 1841 год. Соломон Нортоп был свободным чернокожим музыкантом. Его похитили, отобрали документы и выставили беглым рабом. Оказавшись в Новом Орлеане на плантации, Соломон сопротивляется и пытается доказать свою правоту, но постепенно принимает и новое имя, и новый статус. Нортоп видит несправедливость и жестокость и старается сохранить в душе надежду когда-нибудь обрести свободу. Пленницы. Киллер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя. Его 6-летняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела. Единственная зацепка – обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локи, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса. Но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки. Но как далеко готов зайти Келлер в поисках девочек?
«Отель Гранд Будапешт». Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга портье Зару Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами 20 века. «Стражи Галактики». Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ спасти свою жизнь – объединиться с четверкой нелюдимых изгоев, воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики. Исчезнувшая 2014 года. Все было готово для празднования 5-летнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка ключей в игре под названием «Охота за сокровищами». Красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти ключи, размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки, дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли охотнику в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн? Пикей. Пикей – инопланетянин, высаживается на Землю в городе, расположенном в пустыне Раджастан, для изучения человеческой природы и жизни на Земле. Но планета встретила его довольно грубо. У него украли пульт дистанционного управления, с помощью которого он держал связь с космическим кораблем. Теперь он должен найти пульт, а до тех пор ему придется выживать на Земле по-своему. «Пень моря» – сюжет повествует о последней селке, которая может перевоплощаться из тюленя в человека, и ее путешествии к морю. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! До скорых встреч!